Друзья, добрый день. Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас комбайн Дон 1500B 2003 года выпуска. В целом в рабочем состоянии, то есть стал своим ходом. Если, может быть, что-то по мелочам не хватает. Наработка у него 4600 моточасов. В комплекте идет жатка 6-метровая, заводская. Давайте смотреть его ближе. Так, передняя резина в хорошем состоянии. На 4 с плюсом. Наклонная. Есть сварка. Есть сварка, друзья. Вот эти места. Второе колесо тоже в хорошем состоянии, на четверку. Трещины минимальные. В целом, как видите, все на месте. Ремни, цепи, привода. Все на месте. Элеватор. Защита вот снята у всех комбайна в данном хозяйстве. Так, в целом чистый, как видите, да? То есть нет ни мазута, ни пыли. Вставали подготовленный комбайн. Бак большой. Рама задняя, давайте смотреть. Есть минимальное усилие. Вот с такой наработкой 4500, это... Я бы сказал, ни о чем вообще. Рама целая. Задняя балка тоже целая. Есть прицепное устройство для тележки. Так, измельчитель у нас в таком вот состоянии. Ножи в целом послужат, но лучше, конечно, подточить, заменить. У кого какие методы, короче. Выгружной шнек в достойном состоянии. Здесь вот задир этот от кузова. Так, вторая часть задней рамы в хорошем состоянии. Колесо в отличном состоянии заднее. Здесь вот немного подразобрали. Это будет для работы. Укомплектовать, друзья. Так вот, комбайн. Если вас заинтересовал, обращайтесь, звоните. Покажем вам, расскажем про него. Всего доброго, до свидания.